Приветствую, друзья! За последние 10 лет огромное количество раз ученые НАСА отправляли лазерные лучи в отражатель, размеры которого не превышают размеры иглы. Находится он на расстоянии 385 тысяч километров от нашей планеты. Некоторое время назад представители НАСА и коллеги из Франции объявили о том, что им удалось наконец-то получить ответный сигнал. Это говорит о том, что в скором времени, возможно, получится заметно улучшить эксперименты лазерного типа, которые применяются учеными для более детального изучения нашей Вселенной. Отражатель, к которому ученые отправляли сигнал, был установлен на космический корабль Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO. Его еще в 2009 году отправили на Луну для изучения поверхности спутника. На LRO отражатель был установлен из-за того, что он мог стать единственной нетронутой деталью, которая позволила бы проверить отражающие способности панелей, оставленных на Луне примерно 50 лет назад. Отражатели уже достаточно старые, и тот сигнал, который они возвращают, довольно слабый. Из-за этого применение такой техники в научных целях не совсем уместно. Чтобы больше узнать о спутнике Земли, ученые применяли отражатели еще с того времени, как прошли первые миссии Аполлон. Данный эксперимент невероятно простой. Достаточно отправить на отражатель луч света и засечь время, за которое тот вернется обратно. Огромное количество времени, потраченное на изучение, позволило сделать невероятное открытие. Последним крупным открытием можно назвать то, что Луна отдаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра каждый год. Подобный разрыв возникает в результате гравитационного взаимодействия, которое возникает, как правило, между двумя космическими объектами. Благодаря тому, что данные собирались на протяжении 50 лет, можно увидеть определенные тенденции и результаты. Об этом рассказал Эрван Мазарика, который занимался экспериментом с LRO.